Голливудские локоны и идеальный макияж. Центр красоты «Континент» приглашает женщин создать праздничный образ к 8 марта. Косметологи говорят, залог красивого макияжа – сияющая кожа лица и рекомендуют пройти процедуру Time Expert немецкой марки «Капучини». Лучше всего делать ее регулярно, 2 раза в неделю. Накануне праздников можно пройти экспресс-курс из 5 процедур. Независимо от возраста, мы можем сделать вас привлекательной, красивой и всегда сияющей. Благодаря специальным компонентам, находящимся в сыворотке, мы можем решить такую проблему, как сухость, стянутость, возрастные изменения и пониженный тонус кожи. Уже через 15 минут после процедуры на лицо можно наносить макияж. Визажисты отмечают, на пике популярности остаются помады насыщенных оттенков. Блондинкам подойдет классический красный, брюнеткам винные оттенки, а рыжим к лицу розовые и коралловые цвета. Самое модное этой весной – это ровный тон лица. Коррекция лица выполнена техникой стробинг. Стробинг – это нанесение хайлайтера, шиммера или пудры с сверкающими частицами на выпуклые участки лица. Также ухоженные густые брови и яркая помада. Завершит праздничный образ красивая укладка. Стилисты рекомендуют ее начать с моделирования волос. Обладательницам длинных локонов, чтобы сохранить длину, предлагают стрижку горячими ножницами. После обычной кончики начинают сечься уже через месяц, и прическу нужно освежать, говорят специалисты. После стрижки горячими ножницами такого не происходит, потому я советую девушкам стричься именно, чтобы отрасти длину, именно горячими ножницами, потому что в течение 4 месяца стрижка будет выглядеть свежей и кончик будет запаянный. Это лечебная стрижка. Это весной в моде локоны. На выбор легкие волны или крупные голливудские пряди. Такой романтический образ особенно хорошо подойдет к праздничному вечеру, отмечают стилисты.